Голосование на выборах в парламент Южной Осетии началось в 8 утра на 73 избирательных участках. К охране общественного порядка в этот день привлечены все подразделения МВД. Саперы МЧС накануне проверили помещения и прилегающие территории на предмет безопасности. На первом избирательном участке с самого утра многолюдно. Первым здесь проголосовал заместитель министра внутренних дел Ярослав Мамиев. Председатель избирательного участка Русудан Гобозова отмечает, что процесс голосования проходит спокойно в штатном режиме. Участок полностью готов к осуществлению процесса в полном соответствии с конституционными правами и гарантиями. Сегодня первый участок, избирательный участок первого округа, который находится в среднеобщеобразовательной школе номер один, ровно в 8 часов. Участок был открыт, бюллетени были изъяты из сейфов. Все члены избирательного участка были на месте, также наблюдатели с правом подписи и просто наблюдатели. Но от двух партий, Единства и ИРФАРН, нет у нас наблюдателей. И от трех кандидатов. Ну, по закону бюллетени, где они будут проставлены, их подписи, они будут считаться действительными. Мы даже не думали, что будет такая активность. С утра, как только мы открыли участок, уже люди были здесь. И с тех пор не прекращается. В общем, люди подходят, голосуют с удовольствием. И я надеюсь, что сегодня пройдут очень успешные выборы. Люди проявляют большую активность. У нас все в рамках закона, в рамках Конституции. О выборах в Республике Южная Осетия проходит. Желаю всем успехов. Избиратели здесь подчеркивали, что считают своим долгом исполнение гражданского долга, потому как чувствуют большую ответственность за внутриполитические и общественные процессы в своей республике. Избиратели из микрорайона Солнечный поспешили сюда на первый избирательный участок с самого утра, чтобы избежать очередей, но при этом успеть проявить гражданское волеизъявление. Уже к 9 часам утра на первом избирательном участке проголосовало около 100 прикрепленных к участку избирателей. Процесс голосования завершится в 8 часов вечера с закрытием всех избирательных участков в республике и за ее пределами. Лена Газаева, Регина Черткоева, Алим Битеев. Информационный выпуск сегодня.